всю текущую неделю на территории Лидского региона сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание! Контроль дорожных знаков». Правоохранители проверят установку и размещение на улично-дорожной сети города и района дорожных знаков и указателей с целью определения их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов. Если вы заметили дорожные знаки, пришедшие в негодность, погнутые, выгоревшие, развернутые в обратную сторону, сообщите об этом в отдел госавтоинспекции Лидского РОВД, прислав фото или видеоматериалы на официальные инстаграм-аккаунты собака.гаи.лида и собака.ровд.лида с указанием конкретного местонахождения недостатков. Помимо этого, сотрудники отдела госавтоинспекции Лидского РОВД обратят пристальное внимание на то, как водители выполняют требования дорожных знаков. Стоит упомянуть об административной ответственности, которая в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь за игнорирование выполнения требований дорожных знаков предусматривает штраф от 1 до 5 базовых величин.